«Стройбетон» производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская слободка, 42. Экономика должна быть экономной, семейная в особенности. Это хорошо понимают владельцы нового супермаркета в Высоковске. Здесь все для экономии бюджета. Достойное качество продуктов от местных производителей по низким ценам. Об открытии нового большого магазина «Эконом» рассказывает Карина Харитонова. Кто экономит, тот и богатеет, а потому своих покупателей супермаркет «Эконом» встречает хлебом и солью, символом достатка и благополучия. Новый формат, шаговая доступность, качественные свежие продукты. И главное, доступные по цене. «Эконом» – первый высоковский магазин компании «Фудмаркет», и местные уже делают на него ставку. Город оживает, развивается, у нас строятся парки, магазины, и это радует и нас, и вас. И я думаю, что в дальнейшем скоро мы будем с вами жить лучше, красивее, и наши магазины будут продавать нам хорошую качественную продукцию и по низким ценам. Супермаркет честных цен. Именно так позиционирует себя «Эконом». Прямые поставки от местных производителей, а потому конечная стоимость продукции снижена не в ущерб качеству. Весь товар всегда свеж. И он безопасен. И гарантию безопасности двойную даем мы, магазин, и производители, поставщики. Социальная направленность – одно из главных преимуществ нового магазина. Социальные скидки и акции – наша фишка, говорит администрация «Эконома». Ежедневно с 9 до 12 и с 15 до 17 супермаркет особенно ждет следующих покупателей. Это ветераны Великой Отечественной войны, это многодетные семьи, которых я знаю в Высоковске много. И это, конечно же, инвалиды. Для этих категорий людей есть счастливые часы каждый день. И помимо просто низких цен, для них еще будут скидки. Просторные площади и широкие полки с разнообразным товаром. В экономии вы почувствуете себя экономистом семейного бюджета. Сэкономите в малом, а в результате накопите на мечту. Высоковчане особенности и комфортность нового супермаркета уже оценили. Ассортимент обалденный, да? Вот просто. Я в восторге. Вот здесь и прохладненько, и представляете, как свободно. Совсем недалеко надо добраться. Ну и по пути как раз на дачу или с дачи обратно. В магазине хорошо, цены низкие. Так что, как говорится, спешите успеть. Адрес: город Высоковск, улица Красноармейская, дом 15Б, строение 4. Ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Карина Харитонова, Наталья Красавина. Новости дня.